китайский стартап Hycon начал производство первой модели электромобиля 007. Название Hycon образовано от слов «Here you can», что можно перевести как «Здесь вы можете». Под этой маркой работает совместное предприятие концерна GAC и фирмы NIO. Кроссовер 007 получился достаточно крупным и весьма необычным. Во внешности и интерьере эффектно обыграна цифра 7. Под нее стилизованы светодиодная оптика, спицы колес и даже передняя панель салона. Внутри – торжество хай-тека. Панель приборов и экран медиасистемы – это 12-дюймовые дисплеи, а на центральной консоли расположен 10-дюймовый тачскрин, на который выведено управление второстепенными системами. Новинка оснащена автопилотом второго уровня, который, по сути, представляет собой продвинутую версию адаптивного круиз-контроля. Кроме того, у Hycon есть системы слежения за усталостью водителя, автопарковщик и камеры кругового обзора. В качестве фирменной опции предлагается квадрокоптер. Его съемки можно вывести на экран медиасистемы. Разработчики пока не раскрыли мощность силовых установок, хотя другие параметры уже известны. Базовая версия оснащена одним электромотором, а запас хода составляет более 500 км. Правда, данные приведены по устаревшему циклу NEDC. У модификации плюс и топ по два двигателя и более емкий аккумулятор. Подзарядка батареи с 30 до 80% от бытовой розетки занимает от 6 до 8 часов, но быстрый терминал ускорит процесс до получаса. Прием заказов открыли еще осенью, когда машина даже не была рассекречена, а старт продаж намечен на апрель.